Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm привести Польшу, продолжаю пытаться привести Польшу к религиозному доминированию на планете. В общем-то, в прошлых сериях было много всего интересного, рекомендую перейти к первой серии, если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало. А для всех остальных приятного продолжения просмотра. Так, значит, я тут собираюсь религию в Конго заносить. Кстати, давайте им как проверим реально, как быстрее. Так, это у нас, считайте, 4 хода было. Вот если я в Быдгоще куплю миссионера... А из Будгоща-то побыстрее получается, кстати. Ладно, пока так оставлю. Что мы тут обрабатываем? Так, давайте пока этого поведем нам через 3... Блин, у нас оборонительная тактика уже скоро. Подождите, может что-нибудь другое пока пооткрывать? То есть я бы не хотел менять пока карточку на изоляционизм, пока я не довел посел. А это будет 2... 3 и только на 4 ход поставим. То есть нам бы 4 хода. Что-то еще вот драму и поэзию. Давайте. Жалко, я думал, драму и поэзию еще ускорю хотя бы. Ну, храмом Махабодхи. Так, хорошо, где у нас Мон-Сен-Мишель? Он у нас в... Так, реформацию, кстати, мы уже... А, там 6 городов, даже не 8, а 6 городов. В монархии где-то должен быть. Монархия, по-моему, ускоряется 2 храмами. Или это теология ускоряется 2 храмами? Или это теология, кстати? Мне бы в теологию. На самом деле, давайте храмы. Все-таки по водяную мельницу я тут доделал. Давайте храм строить. 5 минус довольства. Да что ты будешь делать? Все еще никто не хочет торговать ничем, да? У меня 2 соли. Скоро будет 2 табака. 2 алмазов. Блин, может все-таки купить 60. Жалко пока. Пока жалко. Хм, Вавилон тоже священное место поставил. Но он уже не сможет принять религию. Потому что все уже религии приняты. Зачем, спрашивается, Вавилону священное место? Чтобы просто веру фигачить. Но тут очень важно Конго обратить. Потому что Конго... будет получать апостолов нашей веры, когда будет строить свои районы. Ну и, соответственно, раз у него есть апостол, он будет разносить веру. Так, а что у нас тут? 7 ходов камень добавится, да? А в Легнице через 16... Ну, тут, кстати, быстрее добавится, потому что... будет сделан... Знаете что, давайте я пойду за поселенцем. Тут что-нибудь пообрабатываю. В рот. Так, и у меня еще все еще нету пряностей. Так что я бы, наверное, тут город поставил и сразу вот эту клетку выкупил. Пряности бы обработал. Так, тут монумент готов. Амбар. Давайте теперь святилище. Блин, конечно, тут центр коммерции бы. Понятно, что во Вроцлаве гавань круче, но, блин, вот это здание польское в центре коммерции, оно ж крутое. Международные торговые пути дают плюс 2 производства. Хотя, прям, нет, все-таки... Здесь давайте гавань будем строить. А это значит, что мне надо 2 галеры. Блин, мне надо было поставить на галеры, наверное. Плюс 100. 3 хода. Нет, тут надо будет на галеры поставить тоже карточку. Что ждать святилище пока.
Люблине монумент. Все равно минус идет. Минус 0,7. Но это еще терпимо. Так, мне тут явно расти надо, значит, амбар строим. Тут важно расти быстрее. Познань, Варшава. Ну, тут мы вырубаем лес. Я, собственно, для этого и строю рабочего. Наверное, надо будет еще сразу одного. Пока этот будет идти. Ваша империя скатывается в нищету, да, вообще? Так... Зато религия, понимаешь, мы как бы вот полностью... Игра реально очень на жизнь похожа. Будете в религию вкладываться, ваша империя будет скатываться в нищету. Я надеюсь, что оскорбил чувство верующих, и меня забанят на ютубе теперь. За такое... О, Китай уже пошел разносить религию в Вавилон. Но это, кстати, хорошо, что в Вавилон, а не в Конго. Это очень хорошо. Так, мы продолжаем покупать миссионеров. Пожалуй, пойду сразу к этому. Я все-таки выкуплю эту клетку, и надо быстро будет обработать. Наверное, вниз стоит идти. Так, я бы продолжил дружбу. Отлично. Это очень хорошо. Нет, наверное, делегацию пока не буду отправлять. Ну, тут, видите, моя религия точно больше влияет. Мне надо Киншасу обязательно, ну и дальше идти. Главное, чтобы не захотел Конго мне войну объявлять. Ну, Вавилон, если хочет, может объявлять мне войну, он хрен знает где. О! Это, наверное, Киншаса, да. Киншаса приняла сама. Так что мы дальше миссионерами отправляемся. И видите, Конго доволен тем, что я разношу ему религию свою. Вот, плюс 12 аж. Я думаю, осуждение закончится, и мы реально с Конго станем дружочками. Мальгиум. Такие названия у вавилонских городов забавные. Так, раков обработаем. Давайте, наверное, тут отложу производство. Я бы в Варшаве сделал галеру и во Вроцлаве тоже. Только следующим ходом приму. Да, только... А может и драму и поэзию открыть? С другой стороны. Или оборонительная тактика покруче, конечно. Давайте ее открывать. Кстати, я получил 2 очка эпохи за этот город. Вы впервые обратили? Почему впервые-то? Просто чужой имеется в виду. Ну и где эти очки эпохи? Странно. Так. Этим рабочим тут будем обрабатывать. Блин, где же эти цивилизации, с которыми инки встретить? Так, в Варшаве мы откладываем. В Познане амбар.
Все остальное пока ничего не строим. Дальше строительство. Тут я вообще куда... Ну да, откроем, что тут у нас. Потом две галеры ускорим. Ну, в общем-то, пока все. Мы сумели сделать... Ну как? У меня 0 и минус 1 вообще-то. Не знаю, почему Конг говорит, что я сумел сделать счастливыми. Лесопилка есть, терракотовая армия. Так, значит, я тут хотел 100% производства представительства оборонительных зданий. Может, блин, это тоже неплохо. Так, во-первых, мы в любом случае изоляционизм вместо изоляционизма ставим... где тут? Вот, морских юнитов, у меня две галеры. Тут меняем на плюс 2 влияния. И, наверное, стоит поставить уменьшение стоимости покупки клеток. Да. Значит, во Вроцлаве галера. В Варшаве галера. В Кракове дипломатический, правительственная площадь. Этот сюда будет вырубать под коммерческий район. Есть. Сразу коммерческий район, а потом зал для приемов. А, не хватает жителей. Хорошо. Зал для приемов тогда начнем. Тут пингалу на культуру. А, на науку, извините, на науку. Тут исследуем территорию. Тут миссионерами дальше идем. Обращаем конголезские города. Еще блин, я прошлым ходом, кстати, не купил миссионеров. Зато во Вроцлаве теперь могу покупать. Раз, два. Блин, плюс 76. Очень неплохо, по-моему. Ставим город. И тут я, наверное, с амбара все-таки начну. Тут уже не так важно. Культура. Ну, все равно монумент надо будет. О, наконец-то. Швеция. Прикольно. Так. И Швеция еще кого-то знает, да? Кого я не знаю. Ну, тут интересно. Тут такой континент вытянутый. Вопрос, приняла ли Швеция какую-нибудь религию? Китай, да, иудаизм, блин. 8 городов, нифига себе уже. Ну, собственно, и у меня иудаизма тоже будет. Да, тут будет посложнее. Тут будет посложнее. Дальше, ну, я богослужбу открывал. Строительство, 3 разных спецрайона. Кстати, мы это ускорим. Давайте пока пойдем, потому что у меня уже есть священный район, есть дипломатическая площадь и будет еще коммерческий. Пирамиды. Производство. Так. Нет, пока делегации не хочу. Мне деньги нужны для выкуп клеток. Не хочу делегации отправлять.
Конечно, плавание открыть для моих юнитов. Я бы через два хода карточку поменял. Мне больше не нужны будут. Что-нибудь тут два хода можно пооткрывать? Вот игры и развлечения давайте два хода. Теперь лесопилки. Этого сюда. Этого сюда. Камень. Крабов. Выкупаем клетку. Сколько стоит? 36. А так стоило бы 40, да? Еще счастье. Ну это вообще зашибись клетка для города. Плюс одно довольство. Отлично. Больше, я помню, нету нигде минусов. Очень хорошо. Все равно 28-22. Тут 114 на 50. Сотка на 40. Это просто мрак. В Плотске монумент. Амбар. Да, так, миссионеров. Не останавливаемся в покупках миссионеров. Я постараюсь Конго, а потом, наверное, инков по пути. Китай объявил войну Вавилону, зашибись. И это знаете, чем еще хорошо? Пошел, пошел как раз его обращать. Может, там его миссионеров почикают. Было бы очень здорово. Вот, божественное право. Слушайте, что-то я быстро открыл. Вроде же два хода должен был открывать. Че это? Стоп, я не переключил на игры развлечения, что ли? А, оно по очереди идет. Блин. Блин, надо сейчас подумать с карточкой. Менять, не менять. Блин, а что так тяжело католицизм тут? Ну, бан за Конго 12. Ну, тут вообще, да, тут 8, там 12. Конечно, без всякого влияния тяжеловато. Да, но если я Мбанзу Конго и Мбамбу обращу, то это будет очень солидное давление у религии, я думаю. А сколько вообще городов у Конго? 5. 3, 4, 5 вот тут, очевидно. Или тут? Нет, тут, наверное. Даже не знаю, куда мне лучше, наверное, все-таки туда перепрыгивать. Торговать мне все еще нечем, да? А, вот, оливки. Не с кем, точнее. Сахар и оливки, отлично. У меня есть соль. Ну и табак, значит, надо обработать. Давайте пойдем табак. Я, наверное, сразу табаком поторгую. То есть оливки и сахар на соль и табак. Может, ты мне еще доплатишь? Отлично. Сейчас у меня табак появится. Так, дальше Пингалу на культуру добьем. Так, тут 7 жителей. 3 хода. Ну, наверное, стоит все-таки доделать сначала зал для приемов. Потом уже коммерческие пускай строится район. Так, где еще одна цива может быть? Мне кажется, все-таки тут должна быть. Тут как бы... Ну, блин, фиг знает, конечно, как тут континент расположен. Будем искать, в общем. Так, храм завершен. Это я второй. Давайте посмотрим, где у нас божественное
право, ни хрена себе. Да, Мон-Сен-Мишель не скоро у нас тут поедет. Как к ним? Ух, короче, тупо все надо. Короче, мне культура нужна. Да. Вот это прикол. Ладно, давайте еще один ход я потерплю. Я хочу все-таки... Я не уверен, что... Мне кажется, на два хода переключится, если я уберу карточку на корабле. Так, тут храм завершили. Ну, центр коммерции. Плюс 2. Знаете, очень не хочется вырубать... Леса, просто потому что это производство хоть какое-то. Хорошо, где у нас акведук? А, значит, акведук у нас только здесь. Ну, тем более, тогда нету смысла здесь ставить коммерческое. То есть сюда надо его ставить. Значит, надо купить эту клетку. Так, мне надо какой-нибудь ресурс попродавать. Кристинка, тебе не нужны лошадки? Нет, не нужны. Что вообще по ресурсам? Лошадей у всех завались. Вот можно... Давайте Хамурапи железо продадим. Чтобы он с Китаем там получше воевал. Вот у него 16 влазит. Не, слушай, мне... Ну серьезно, ты однократно 37 не хочешь заплатить? А чё такой жлоб? Жлобина. Жлобяра. Так, тут все по 30, 25, 25. Ну вот Кристине, кстати, железо 6 штук можно втюхать. Хотя оно тоже, наверное... О, это нормально предлагает. Не, ну... Я лучше меньше железа тебе тогда продам. Норм. Так, а лошадей вообще некому, да? Просто лошадей-то у меня впритык. Конго не хочет? Ну, ему только один, наверное, влезет, да? Да. Ну, пускай так. За одну монетку. Кому еще лошади? 33, 25, 25, 30, 20. Это я сам? Да, больше некому. Жаль. Так, ну доделаем храм. Математику откладываем в навигацию по звездам. Это мы... Блин, надо было раньше отложить, конечно. Тут амбар готов. Нет, давайте именно на рост поставим. Центр коммерции, видимо, вот сюда надо. Кстати, вот тут у нас будет кампус хоть какой-то на плюс 4, между прочим. Очень неплохой кампус. Надо отметить. Блин, я бы эту клетку выкупил. Там Шиньян. Ну, он, правда, конечно, кампус уже поставил, но он клетку все равно эту может выкупить. Но она сама через один ход, кстати, добавится. Центр коммерции, очевидно, сюда надо ставить. Так, а священное место? 3. И здесь 3. Не, ну я бы сюда поставил. Так, вот здесь у нас... В Познане вот сюда кампус еще на плюс 3 ставится. Не, ну когда-нибудь там наука же понадобится. И здесь, соответственно, нужен рабочий. А что там за задание? А, галеру построить, да. Хорошо.
Хаммурапи, сюзерен Самарканда. Там Китай, сказать, Самарканд, ну, кстати, может захватить при большом желании. Ладно, давайте смотреть на их войны тут. Да блин, хватит мне предлагать поменять курс. Я уже все поменял. Швеция следующим же ходом меня обвиняет. Ну, я думаю, это из-за того, что у нас религия разная. Это вот прям 100%. If bread is the first necessity of life, recreation is a close second. С двумя и более специализированными районами, развлекательный комплекс. Так, ну тут меняем... Покупку клеток, наверное, я тоже уберу. Опять изоляционизм ставлю. Хотя у меня только один караван бегает пока. Создание строителей, наверное, тоже. Инсулы пока рановато. Я бы, конечно, еще плюс 100% к строительству оборонительных зданий поставил. Но это позже. Давайте пока строителей. Я не думаю, что... Люблин уже так нормально утрачивает. Ну, два хода рост. Я думаю, выдержим. Ну, это не записывается, кстати, эти бонусы устроения. Но я плюс два к эпохе получил. Теперь мы Банзу Конга обращаем. Кстати, обращу Мбанзу Конго, Конго станет как бы моей религией. Так, вниз надо идти. Китай уже типа Вавилон обратил. Ну, на мои города его религия не влияет, слава богу. Кстати, на Диадун как? Нет, Диадун все-таки обратится в даосизм. Чужие, вот города уже обращенные в чужую религию, мне, несомненно, надо будет апостолами как-то перебарывать. Массовое производство... Сюда, наверное, сюда поплывем. Так, еще крабик. И вот у нас второй табак. Теперь у нас довольство везде должно быть под плюс один. Даже плюс два есть. О! Так, а... Всем сухопутным юнитам грузи. Вот сейчас я сплаваю за этой руинкой. Колясочкой. Смотрите, сколько территории хорошие тут у народа. Так, пока торговать больше нечем. Галеру здесь завершили, но тут пора, я думаю, священное место строить. Или коммерческий район сначала. И опять вопрос, в Варшаве коммерческий район или гавань? Ну, вот этих центральных городах понятно, Краков, Бытгощ, Люблин, тут все-таки коммерческие районы. А тут-то гавань можно? Давайте, пожалуй, все-таки священное место. Не забываем миссионеров клепать. Тут эта эпоха быстро пройдет, и мне надо как можно быстрее... Ну, мне в героический век надо выйти. Довести население города до 10. Вот это вряд ли.
Хотя сейчас зал для приемов построится, тут как бы будет жилье. В Кракове возможно. Давайте, наверное, исторические хроники, потому что я это очень, очень нескоро ускорю. Мне все равно вот это все надо открывать для монархии. Так. И тут где-то правительство, кстати, будет прежде монархии. Где-то тут торговая республика и теология. Кстати, а что теократию, что ускоряет? Два храма, божественное право. Давайте глянем, что-то забыл, что теократию ускоряет. Может, укрепление религии? Ладно, сейчас найдем. Теократия. Открывается в реформации. Для реформации в шести городах. Так, стоп, я же это уже сделал. А, теократия далеко, ясно. Значит, теократия и торговая республика здесь, возрождение, я забыл. Ну ладно, все равно исторические хроники хочу. Судостроение ускорили, массовое производство ускорили. Люблин теряет лояльность. Лодь нуждается в дополнительном жилье. А если мы на производство... 5 ходов, да, давайте лучше так. Племенное поселение обнаружено. 349-243 сила инков против Кадрирема Колосс. Так, у нас, значит... Сюда быстрее, реально. Ну ладно, поплыли так. Ну, наверное, Лян надо в Быдгощ и прокачать ее, чтобы тут ее... Чтобы город... Правда, Килиманджаро, кстати, ни разу еще не извергся до сих пор. Что прикольно. Так, построили зал для приемов. Тут у нас куча жилья и довольства стало. Центр коммерции начали строить. Окей, так, Мбанза Конго. Есть. Все, это должно сейчас считаться, что я обратил Конго. Следующим ходом пересчитается. Так, где тут твой пятый город? Квилла, 11. Что, такие большие города, кстати? Давайте на всякий случай тут как бы поскаутим слегка. Так, ну мы к Инку валим. Мы валим к Инку. Что-то у тебя дорог мало, товарищ чернокожий. Не похожий на тебя, не похожий на меня. Просто так, правитель Конго. Парень чернокожий. А тут мы вырубать не будем. Тут тоже я не хочу вырубать. Рыба через 4 хода. Так, у нас денег минус 3. Нет, давайте, наверное, скот обработаем. А есть ли мне чем поторговать? Вавилон, железо, Конго, железо. Лошади вообще никому не нужны. Но я бы, конечно, Конго железо не давал. Только вот этот парень, он какой-то... Он жадный какой-то. Ну, смотрите. О, только так. Приниму. Ну, ладно, приму. Что поделать. О, нет, давайте, кажется, железо тут лучше обработаю. О. То у меня хоть дополнительные деньги какие-то капают. Ну, что, мы сейчас коммерческие районы построим, и повеселее пойдет. Так, Лиссабон нашли, кстати. Сюда нужно отправить будет. В Легнице монумент. Амбар, естественно. Вызвать вдохновение. Не могу исторических хроник.
вызвать вдохновение никак. Так, продолжаем во Вроцлаве скупать. Мне бы, конечно, Мокшу еще взять. И я бы его... Блин, вот тут, конечно, вопрос. Куда? Наверное, я бы его в Люблин посадил. Чтобы он влиял посильнее на эти города. Кстати, мы можем узнать, кто храм Махабодхи построил, просто посмотрев, в каких религиях, в иудаизме и в протестантизме. Все укреплено. 9 городов. 11. Ну, либо Швеция построила, либо тут какой протестантизм сделал. 12-8. Ну, я на втором месте по количеству обращенных. Слава богу, а на континенте своем на первом. Что, в принципе, нормально у нас пока идет обращение. Я очень надеюсь на Конго. Что он своими районами тут тоже начнет фигачить апостолов. Да, тут, конечно, война с инками очень неудобна, имхо. Так, гавань готова. Можем гавани строить. И смотрим, обратили ли мы... Да, видите, Конго. Сейчас уже у нас... С этим чуваком вообще должно быть все лучше и лучше. Вот неизвестная причина, то, что у нас одинаковое это. Сейчас закончится осуждение. Я не помню сколько. 16 ходов еще осуждение. Закончится осуждение, и мы дружочками будем с Конго. Если, конечно, он до этого не додумается напасть. Ну, я не думаю, пока он с инками воюет. Так. Этим давайте уже прям к инкам прёмся. Да, проход к ним не очень. Ух ты. Научную ГГшку. Ну, мне, естественно, нужны торговые и религиозные, понятное дело. Есть, и Квилла тоже. Так, ну мне кажется, теперь должно быть влияние на Мбумби сильнее католицизма, а не даосизма. Плавание отправила нас сюда, давайте. Правим миссионер. Пока не очень понятно, как лучше добираться до инка. Тут вот эти горы не в тему, конечно. Ух ты. Бухта Халонг. А не будет ли тут... Нет, не проплыв ли тут к другому континенту? Так, тут ничего понятно. Математика будет ускорена после постройки коммерческого района. Чудо света или античности. Что мне... Ну, конечно, ученичество надо идти, но ведь для этого математика нужна. Все равно. Три лучника. Ну, давайте машиностроение пока... Да, продолжаем. Блин, может мне... Я думаю, не стоит останавливаться. Пока есть возможность, пока не обращены эти города в другие религии, надо побыстрянее инков тоже обратить. И тем более, вот видите, я вот так вот обращаю, получается, что они влияют и в эту сторону, и в эту сторону.
Так, а если Краков чисто на рост, плюс 3, да? Ну, мне коммерческий район надо быстрее построить. I've lived through some terrible things in my life. Соседство кампуса, две лояльности. Ну вот могу это поставить, чтобы Люблин, но там не так уж и сильно с другой стороны, да? А, вообще уже в плюс пошло. Выросли до 4, уже в плюс. Тогда, ну, наверное, Мокшу я все-таки возьму в Люблин. Не часто мы Мокшу берем. Религиозное влияние этого города на соседние города усиливается на 100%. Ну да, тут... Хотя, может... Смотрите, где Конго поставил город. Хотя, может, в Бытгощ? Нет, тут Лян должна быть, значит, в Люблин. А Виктора в Вроцлав. Не, они раннюю империю вообще не собираются открывать, как видите. Только Конго открыла раннюю империю, это, конечно, прикол. Спрашивается, а нафига Конго открыл раннюю империю, зачем? Может, там какой этот юнит у него уникальный? Не, уникальный юнит у него вместо мечников, если мне изменяет память, где-то там. Блин. Ага, тут не пройти. Знаю, идти Болонию. Я бы в Болонию вот этого привел по морю. Да, тут тяжеловатый проход. Давайте, может, этого в Вавилон начнем обращать потихоньку. Куанга сам по себе в католицизм обратится. Хорошо. Если это просто остров или континент все-таки уже другой. Так. Ну что, вот смотрите, я имею 14 денег именно от своего верования. Посылать ли уже на деньги, я вот думаю, или все-таки пользоваться пока изоляционизмом? Сколько у нас до конца? 10 ходов. Может, пока все-таки изоляционизмом попользоваться? Или уже на деньги посылать? Давайте на деньги. Изоляционизм, видите, меньше дает. То есть можно будет эту карточку убрать. Изоляционизм можно убирать. Так, много ли я строителей строю? Может, мне и строителей убрать пока? Амбар, амбар, амбар. Одного строителя всего лишь делаю. Давайте, значит, убираем изоляционизм, убираем строителей. Что у нас тут? Плюс 75% науки в городах со священным местом. Ну, то есть это приблизительно... Слушай, так это нормально будет? С другой стороны, мне культура нужна, но она всего лишь минус 25 делает. Слушайте, это интересная штука, давайте глянем. Я ни разу, кстати, по-моему, монашество вообще не брал. Так, первый посол, отправленный вами в город-государство, я хотел в Лиссабон. Тоже, наверное, стоит. Что у нас еще есть? Два золота от всех торговых путей не хочу. Не надо, не надо. Плюс один к жилью во всех городах с двумя и более специальными. Это можно подумать. Можно еще 100% для создания оборонительных зданий. Вопрос, будут ли кто-нибудь нападать на меня. Но я бы построил. А, блин, я не могу никуда поставить это. Тут мне монашество круче, мне кажется. Давайте инсулы тогда. И смотрим. 31 и 34,5. 47, 26.
Ну, знаете, хоть как-то надо догонять. А то, извините, 128, 123, 111. Выглядит очень грустно для меня. Так, ну мы 4 очка эпохи получим за уникальное здание, так? И мне, наверное, стоит наемников открыть еще за уникальных крылатых гусар. То есть 8 очков, в принципе, в уме держим, да? И я еще сейчас города пообращаю все-таки. Чужие. Это тоже по плюс 2 очка к эпохе. Да, не забывай миссионеров покупать. Тут пока на производство в Быдгоще переключимся. Во Вроцлаве. Не, ладно. Во Вроцлаве, кстати, после храма надо гавань будет делать. Ну, конечно, плюс 3, но я не хочу рыбу эту убирать. Извините, тут не так много... еды. Ну, это у меня, я их под апгрейд в лучников оставляю. Ну, это и наемников надо открыть, я поставлю карточку и, собственно, у меня даже, наверное, будет денег всех трех апнуть. Да, тут дикое нападение инка, конечно, одним мечником. Просто... дипломатический квартал, плюс один к перемещению, консульство... Так, математику ускорили. Давайте военную инженерию. Кстати, акведук до сих пор нигде не сделан. Квангу обратил, поэтому получил плюс 2. Так, тут, естественно, суконные ряды. Вот, плюс 4. Ну и в героический, я думаю, что мы тут выйдем. Не вижу преград... Нет преград для патриотов. Чем еще хорошо вот через веру играть, что миссионеры это не зак... для них не закрываются границы. Ты можешь... Ну, опять же, мне кажется, что в пятой циве поэтому в этом плане была хорошая идея, что если ты, если миссионеры ходят в закрытых границах, то у них религиозная сила уменьшается. То есть ты с меньшей силой через определенное время сможешь обратить чужие города. Мне кажется, в этом что-то есть. 2 рандомных цивика. Кайф. Причем ускорились те, которые мне... госслужба, потому что я вряд ли до 10 жителей скоро вырасту. И морская традиция тоже вряд ли, да? Класс. Это я очень хорошо сбегал за руинкой. Так, а почему сюда? Блин, инк как-то не очень дать. Давайте, может, мы этих миссионеров к Вавилону уже будем отправить, этих вот сзади, которые... Хотя бы те, которые еще не обращены города, чтобы уже обратить в свою религию. Так, тут отложим производство, чтобы коммерческий район начать строить. В Познани амбар завершен, гавань. Тут плюс 3, тут плюс 3. Давайте здесь. Тут, кстати, возможно будет геликарнас или венецианку построить. Ага, вот. Индия, кстати, это. Вот кто индуизм принял. И вот, наверное, кого инк
Ну, у Индии, похоже, свой континент отдельный. Да, тут мы откладываем. Забыл. В Плотске. Тоже давайте гавань. Блин, мне нужен акведук. Мне много чего еще нужно. На самом деле. Средневековье наемники. Так, крылатые гусары. Скидка на улучшение юнитов. Ну, ставим это. Я не знаю, может... Слушайте, я первого послания отправил, молодец. Поставил карточку и забил. Подожди, дайте я сейчас похожу всеми, может, вдруг еще встречу какую-нибудь ГГшку. Так, Махатма Ганди. С радостью примем гостеприимство. Да, это его инки встретили. Ну вот, собственно... Значит, у меня на континенте получается 1, 2, 3, 4, 5 и один на своем. Все, на континенте 6, 5, и на другом континенте еще где-то 5 чувачков. Ну, индуизм, естественно, у него. Так. Не знаю, сплавать сюда, вдруг тут что-нибудь будет. Я еще не все рассмотрел. Да, тут вообще не пройти. Ладно, давайте сюда вернусь. Гранада. Ну, ГГшки только если где-то здесь могут быть еще. Так, пошли Дурмути, это будет легче обратить. Ну и Улька Уаман тоже, кстати. Несложно. У этих по одному заряду, эти сюда пускай идут. Вырубаем коммерческий. Так. Еще какой-то город обратился в мою религию, между прочим. Блин, в Квилле убрали. Тут, кстати, атеизм больше влияет, или не знаю, это, или кто это считается? Пантеон. Пантеон вытеснил мою религию, прикиньте. Ну, давайте тут добавим. Мне надо, чтобы влияло. Интересно, какой город сейчас обратился? За что мне сейчас дали очки? Я не вижу тут Мбумби. А, ну да, Мбумби, кстати, Мбумби. Нет, стоп, Мбумби так и осталось еще. Блин, ну Кванга в прошлом ходом. Может, какой-нибудь Китай поставил? Или Лодь, наверное, Лодь. Да. Лодь обратилась. Тоже суконные ряды. Слушайте, ну я тут прям... Смотрите, 47 из 53, то есть суконные ряды это 51 будет. Но я практически уже в героическом. Это плюс 4, кстати, в Лодзе неплохо. Много службы иду. Так, вот тут все-таки надо поменять. Раз я больше никого не встретил, я точно не хочу посла в какую-нибудь там Болонию или в Гонконг. Не хочу. Я точно не хочу. Так, тут... Да, я лучше в Наску 2 отправлю, потому что у меня уже храмы есть. Поэтому тут просто плюс 2 влияния ставим. Смысл в торговой конфедерации, если у меня только один караван. Кампуса, стоимость клеток. Ну, мне надо поставить на апгрейд, мне надо 3 лучников сделать. Ну, давайте вместо монашества, ладно.
Блин, жалко, конечно. Круто работает. Мне нравится. 15 науки давало. Так, теперь апгрейдим. Раз. Два. Три. О, я даже уже открыл сразу. Так, может, и в арбалеты сразу апнуть. Тогда следующим ходом. Ну, правда, денег не будет пока хватать. Сколько в арбалеты с этой карточкой? А, блин, сейчас не... Ну, там, по-моему, будет что-то... Ну, там прилично. Там без карточки больше сотни. Ладно, подождем. Ну и когда уже Конго прекратит на меня дуться? Обвинил меня зазря, я тебе религию принес. А, ну 16, слушай, так это не ход. Это просто 16, типа, влияет. Ну уже плюс 1 идет. Уже плюс 1. Ну вот, плюс 2, да? Так, Виктор во Вроцлаве. На рост. Мокша. А, нет, Мокша еще не приехал. Лян в Быдгоще. На рост. Так, и сколько? Да, 60, значит, 120 стоит. Без карточки. Ну, я бы, конечно, хотел апнуть в лучников, в арбалетчиков. Давайте пока стремя. Блин, как я отстаю. Тут Конго. Конго уже в промышленной эре где-то. Охренеть. Блин, тут еще и не пройти. Видите, как у него тут все построено. Но индус других не встретил с того континента, поэтому я не думаю, что там есть проплыв. Вон ГГшка, кстати, религиозная. Опять надо на будет плюс один ставить. Очевидно. Прийти, лавента, лавента. Строители могут гигантские головы. Ну, в моем случае не то, чтобы это прям зашибись. Давайте я все-таки, пожалуй, двух послов отправлю сейчас в Наску. Ну, потому что хотя это с каждого святилища, а тут два с храма. Давайте глянем, сколько это. Значит, 104, 110, плюс 6 науки. То есть у меня три храма, что ли? Так, что я здесь хочу? Коммерческий район. Давайте, наверное, после коммерческого здесь я буду все-таки кампус строить, поэтому... Но вообще рано еще вырубать, потому что, видите, обрабатывают эти клетки очень. Давайте тогда вот это, овец вот этих обработаем. Тут у нас амбар готов. Ну, еще одну гавань. Всемирный конгресс скоро соберется. Интересно, ну это явно кто-то кризис выдвинул. А, ну слушайте, все, я уже в героическом. Сейчас суконные ряды достроятся. Тут даже можно что-то и не стараться особо, да? Блин, как, слушайте, вот как здесь высчитываются сила армии? Вот смотрите, у Конго три арбалета. Есть пикинеры, я там видел, рыцари бегают, да? У меня три лучника... 6, по-моему, колясок. Раз, два, три. Ну да, 6 колясок. 3 лучника и 6 колясок. Ну и 2 галеры, будем считать. Почему у меня сила армии выше, чем у него? Это ж явно... Меня тут просто разнесут нафиг. Например, если Конго решит нападать. Не понимаю. Понимаешь, сейчас будет конгресс. Нет, пожалуй, я не буду тебе давать
дипломатические очки. И мир заключили кто? Китай с Вавилоном. А, даже это на том континенте что-то происходит. Еще и не принят. И плюс суконные ряды, плюс 4 к очкам эпохи. Дополнительный караван. И инки с Конго. Теперь вопрос, не объявит ли Конго мне войну. Блин. Демоны не дают пройти скаутам. Дайте на автомат уже этого скаута поставлю. Меня даже беспокоит не то, что он типа объявит мне войну, чтобы юниты убивать и города захватывать, а чтобы он мне миссионеров не почикал. То есть я вполне допускаю, что у компьютера в голове типа тебя обратили, несмотря на то, что Конго хочет, чтобы обращали в ее лигу, но это же вражеские миссионеры, давайте их убивать. Еще и фиг знает, что там в голове у этого. Че, не в голове, там даже головы ж нету. Давайте глянем, сколько у кого городов. У Конго 6, у Китая 6, у Вавилона 5, у Индии 5, у Швеции, ни хрена себе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, у инков 6. Вот, кстати, меня больше всего Швеция беспокоит из-за количества городов, в том плане, что так как у них есть своя религия, то это будет и сложнее... Сложнее против этого и бороться. На самом деле. Так, что-то я забил на миссионеров и апостолов. Ну, дело в том, что как бы я уже вышел в золотой век, и я бы на самом деле вот сейчас уже укрепил религию. То есть апостолов купил. Следующим ходом будет... Я, кстати, не помню, по-моему, это не дает очков эпохи никаких. Никакого. Никаких. Так, торговец. Блин, конечно, тут такая территория. Ну, это из-за инков вот этих гор навалило. Ну, не знаю, пойдем к Болонии, может, тут пройдем и тут как-то к инку. Кстати, удивлен, что инк до сих пор не обращен в иудаизм. Довольство в городах с гарнизоном. Действующий ГУЭС союз. Вот надо союзы начинать заключать. Так, с Цин Шухуанди. Я бы религиозный заключил бы скорее. Хотя религия вашего союзника оказывает влияние на города, в которых преобладает ваша религия, и наоборот. Не думаю, я бы хотел, чтобы на его... Ну что, экономически? Или научный лучше? Он хочет 4 монеты, просто однократно. Хорошо, а инк? Этот вообще готов сразу. Знаете что, я бы с Китаем... А с другой стороны, нафига мне культурный с Китаем? Я уже тут, я, во-первых, в героическом буду. Я бы на него повлиял лучше. Давайте, наверное, с Китаем научный.
Даже несмотря на то, что он хочет с меня баблище. Подождите, а какой у нас принят эффект в Конго? Значит, в Конго я бы... Ну, вообще, когда мы там еще с Конго помиримся? Ладно, в Китае научный. А к Инку... Может, к Инку военный на тот случай, если... Конго, да, давайте, наверное, военный. Отлично. Это вот тоже сюда. Так, как мы тут влияем? О, нет, не о, я думал больше, ну хотя бы на Чаншу больше, на Кванга тоже больше католицизм влияет. Так, тут. Тут индуизм уже в Болонии. Блин, а нету смысла, мне кажется. Я думаю, не стоит миссионеров тратить на Болонию. Что там слишком и так большое... То есть я, ну, потрачу там плюс 4 всего лишь католицизм. Йоханнесбург. Да, индус на своем отдельном континенте тусит. 136 науки. 100 культуры. И... Польша такая, зато религиозная. 35-35 такой, эгегей. Ну, на самом деле, мне принять монархию, то есть мне вот надо выйти в монархию, принять ее и... Так, 4 торговых пути, 6 ферм, 2 рынка. Вот 2 рынка скоро будет. Соседство промышленной зоны, коммерция, гавани. Давайте, наверное, даже гильдии, потому что сейчас следующим ходом, собственно, это ускорится. Потом морские традиции пойдем. 6 ферм, 4 торговых пути тоже скоро будет. Так, значит, отсюда в Болонию. И Болонию, что хочет даже торговый путь? Ну, давайте. Давайте. Сиань, конечно, он науку будет давать, но я хочу выполнить это. Ну и 2 производства от суконных рядов, кстати, обратите внимание. Так, теперь мы укрепляем религию. Первое. Что у нас осталось? Храм огня. 3 единицы веры, дополнительно за каждую эпоху. Или мечеть. Миссионеры, я бы мечеть взял. И я бы взял мечеть. Так, берем мечеть. А этим апостолам... одна наука за каждых 4 последователей, одна культура за каждых 4 последователей, посол в каждом городе государства, который переходит в эту религию. Ну, дополнительно ко всем маловато. 3 единицы за каждую и священные места. Короче, тут либо межкультурный диалог, либо всемирную церковь. Вот это интересный вопрос, что мне тут больше надо, культура или наука? Я бы, наверное, все-таки взял межкультурный диалог, потому что я хочу в моих основных городах строить... То есть я вот тут построю 2 священных места, и, пожалуй, все. А культуру... Ну, то есть давайте попробуем межкультурный диалог, и сколько он нам даст науке. 50? Ну, слушайте, уже нормально. Уже нормально. Так, теперь у нас еще есть 5 ходов. Я бы не изоляционизм, а монашество еще принял. То есть пока отложил бы, во-первых, ну, то есть не во-первых, это единственное, куда я могу монашество поставить. Ну вот, все религиозные юниты получают плюс 15 к боевой религиозной мощи на дружественной территории. Ну, вы же понимаете, нафиг надо, у меня даже никто ко мне не приходит ничего обращать.
Так, торговую конфедерацию. Вместо инсул. Ну, у меня пока два только торговых пути, то есть это будет плюс две культуры и две науки. Наверное, нет. Наверное, пока нет. Зато можно гражданский авторитет вместо инсул. То есть у меня с двумя прокачками только пингало, но это будет довольство именно в столице. Я все-таки инсулы оставлю. Не знаю, как-то выглядят помощнее. Давайте, пожалуй, овец. Так, здесь... У нас еще 290. Ну, наверное, надо продолжать. Так, во-первых, я здесь покупаю за веру мечеть. Так. Ага, значит, пока на мечети оставляем. Потому что мечеть дополнительный заряд будет. Для всех моих ребят. Several closely situated chronic peaks. Там да, есть тоже какой-то крутой. Ну, я тут все крутые чудеса поставил. Удваивает базовую. Ну, кстати, не очень повезло, потому что тут она удваивает базовую производство клеток тундры. То есть бесполезно немного. Торговец завершен. Коммерческий район. Так, давайте строителя. И я, пожалуй, вот здесь тут и тут уберу. Короче, тут надо театральные площади. Сюда и сюда. У меня такая ромашка. Если обычно ромашка это коммерческие районы и кампусы, то у меня будет ромашка священные места и театральные площади. Ну, хотя тут еще коммерческие районы все-таки стоят. Но у меня ромашка получилась на два города. И от хотя может от Варшавы? Нет, ну театралка Быдгощ, у меня просто в Варшаве нету, сука, жителей, чтобы еще район ставить. Касса де Контрасьон, Мокша влюблен. Повышение мы никак не используем. Озарение для... Ну вот, кстати, я бы для стреми действительно озарение сделал, мне надо 6 ферм. А ферм у меня уже есть. Раз, два. Где-то еще делал фермы. Три. То есть мне еще три фермы всего лишь поставить. И, в принципе, их есть где ставить. Вот, например, вот здесь треугольничком поставить три фермы. Денег просто нету на выкуп клеток. Вот это проблемка. Надо сейчас отложить будет стремя. А гильдии сейчас ускорятся сами. В Быдгоще сначала караван построим. Чудо античности, блин, образование. Ну вот образование давайте, ученого я вряд ли быстро получу. Торговец. Слушайте, может в Кракове лучше? Нет, там два хода, пофигу. Отлично. Слушайте, прям приятно тут. Блин, уже в Дурмуте. Нету религии. Но все равно я хочу Дуркури... Надо Дуркури Галзу, потому что там жителей много. Так, значит, Болонию мы не трогаем, мы просто дальше плывем. А, нет, это не свой отдельный континент, это соединено тут, оказывается. Это, оказывается, соединено. О, слушайте, прокачался скаут за счет того, что чудо нашел. Блин, тут не проплыть. Жалко. Это я накопил достаточно очков, чтобы мечеть купить. Вот так. И еще тут у нас тоже храм, тоже надо мечеть будет. Потому что, и напоминаю, за счет верования плюс 2 золота за каждое здание в священном. То есть, в итоге я имею плюс 6, да? Ну, то есть плюс 8.
Плюс 8 просто за то, что у меня тут отсюда бегают караваны. Поэтому мне надо караваны только из Быдгоща, Кракова и Вроцлава пока будут посылать. Поэтому я здесь... Ну и, собственно, мечети мне потом потребуются для обращения городов дальше. Блин, я сегодня не представляю, честно говоря, тут победу религии. Хотя так раскочегарил уже веру неплохо. Давайте глянем. Значит, 124 вход, 101, 147, например, пожалуйста. 147. Давайте сюда. В Антовалью. Все-таки 10 населения. Так, этого, пожалуй, сюда. И этих ребят сюда. Так, как бы мне индус или швед войну не объявил? О, а вот... А нет, блин, я думал, это Килиманджаро извергся. Нифига. Так, и... Нет, еще не хватает, да, на мечеть. Катаку ин. Так, тут я уже походил. Мы будем высаживаться. О! Так и знал, что будет руинка. Блин, у индусов тут классное место для города, конечно. Очень странно, что он не ставит. Я бы сам с удовольствием поставил, но у меня... Этот город у меня точно по лояльности отвалится. То есть я могу только здесь еще поставить. И в принципе... Слушайте, я не помню. Мы вот сейчас выйдем в Возрождение. Там, наверное, все-таки уже не будет на покупку за веру. Ну и так бы я, конечно, сюда поставил город. Несомненно. Так, здесь мы вот тут убираем. Давайте еще строителей. Так, гильдии открываем, образование открываем. Да, тут, конечно, у шведа куча территории незаселяемой. Опять же, суконные ряды. О, все, смотрите, уже Конго, типа... Я думаю, сейчас следующим ходом он даже будет хорошо ко мне относиться. Сейчас глянем. Нет, пока... Это марк образованного ума, чтобы могли entertain a thought without accepting it. Тут медресе, кстати, хорошее чудо для религиозной цивилизации, но... Некуда мне ее ставить. Так. Промышленная зона, центр коммерции, ну тоже пока это... Давайте посмотрим, может, во-первых, делегацию отправим? Нет, не хочет. Дружбу? Нет, а как у нас вообще отношения? То есть тут пока только... Ну вот тут сейчас увеличится... До определенного момента. И нормально все станет. Так. Тут надо брать, наверное. Кого? Когда у нас вообще следующая эпоха? Два хода. Давайте пока замки. Морскую традицию стали открыть. 4 торговых пути, 6 ферм. Мне фермы нужны, да? Рабочего я там достраиваю. Блин, тут уже прибыл, видите? Обращать. Драться мы не можем, потому что это миссионеры, они не дерутся.
Куда это слон с генералом в обнимку плывут, интересно? О, 10 веры отвалили от щедрот. Вот это руинка. Всем руинкам руинка. Так, ну тут, в принципе, я бы возвращался для апгрейдов каравеллы, только если бы еще видеть, где они. Вообще непонятно где. Ну, потому что тут уже плавать невозможно. Я как бы все, что мог, я исследовал. Так что можно тупо возвращать. Ну и колясочку, наверное, тоже. А может договориться с индусом на открытые границы? Торговать мне нечем. Кстати, индус принял ранее... Короче, у него закрытые границы, поэтому он... Ну, отлично. То есть он как это называется фигня-то? Он раннюю империю открыл. А вот, ну ладно, с этим союз, предположим. Вавилон тоже открыл, наконец-то. Так, тут, значит, убираем. И скот вырубим. Мне еще надо решить, какого губернатора брать и куда. У нас там остались Магнус, Рейна и Амани. Нужно ли мне Амани? Ну, Наска мне не нужна, Лавента, мне кажется, тоже не нужна. Да, но мне, конечно, надо послов уже в Наску и в Лавенту докидывать. Магнус и Рейна. Рейна быстрее добавляет... Так, знаете что, во-первых, я куплю вот эту клетку в любом случае. И, наверное, Рейну все-таки во Вроцлав. Так, Виктора... Виктора, наверное, надо где нету... Так, в Плотске 4 из 6, 4 из 5 с половиной. Да, наверное, в Лодь давайте Виктора. Ну, чтобы жилье повысилось, количество жилья. А тут, пожалуй, ничего пока не меняем. Ну, слушайте, смотрите, 80 веры без единого кампуса — это уже ничего так. Достаточно накопили веры. Нет, ну, мне, наверное, все-таки уже еще не хватает. А, не, миссионера соточка. Ну, давайте, давайте. Это уже 4. Так, Монтавалью. Пришел католицизм. Инки, католики. Кстати, думаю, да. А больше ты мне не дашь, да? Слушай, только что предлагала 7 и 1 вход. Что началось? Ну, покеда, ладно. Нормально, да? А вот и дружелюбие со стороны Конго. Так, дальше делегацию отправим. Союзы экономические. Или религиозный, кстати. Не, экономический, давайте. Так. Давайте, кстати, делегации ко всем отправим. Ну, союзникам. А к этому я уже отправлял. Зупа. Зупа.
Блин, тут двумя работает. Но я не буду ему упрощать задачу. Блин, а тут сейчас апостол меня будет мочить. Это неудачно. Так, ну и тут возвращаемся. Ну, в следующей эпохе надо будет уже делать апостолов и надеяться на реликвии. Ну, то есть, а вдруг они мучениками будут? Если не мучениками, то брать... Там рандомно три прокачки дается. Блин, может, мне надо было свалить вообще отсюда миссионером? Нету ничего хорошего, если он меня убьет. Миссионера. Ну и тут, соответственно, мы тут, наверное, не пройдем. Не, ну тут еще можно попробовать. Мне кажется, он на этого будет нападать. Так, все, копим религию на апостолов. Избытгоще. Что производство, что деньги, все в квиллу, круто. Так, ну скоро у нас 4 будет караванчика. Там суконные ряды заканчиваем. Тут собираем и фигачим. А, не хватает жителей, блин. Что-то я про это забыл. Что жителей может не хватать. Кстати, знаете что? Мне на этой карте неплохо Темпломайор внезапно зайдет. Потому что плюс пища и производство на каждую клетку озера в Империи. А у нас тут как раз два таких неплохих озера. Так, ладно. Ну, пошли фермы, наверное, строить. Я вот тут собирался 3 фермы построить для ускорения феодализма. А этим давайте тут лесопилку. Так, что ж мне в Кракове тогда делать? Давайте амбар, чтобы он быстрее рос. В Бытгоще. 7 жителей. Ну, тут я тоже могу театралку делать, только тут надо вырубить. Тут, кстати, тогда строителя, что дополнительный будет от Лян, дополнительный заряд строителям. О, он мне готов искусство войны дать за влияние. Ну, пока нет. А вот, кстати, пояс Пресвятой Богородицы. Но мне кажется, Конго не будет, потому что у них там от шедевров... У них там от шедевров очень круто валит. Что если я тебе 27 влияния дам? 12 золота вход. Блин, я бы купил, честно говоря. Я вообще удивлен, что Конго продает какие-то... О, он готов даже за однократное, отлично. Давайте попробуем 60, например. Нет. 70. 80. 90. Да ё-моё. 100. На 100 готов. 96. 8. 7. Ладно. Я согласен. Потому что для... Польша, кстати, реликвии меньше дают, чем Конго. У Конго там и еда, и производство, и денег дофига. Итак, мы вышли в Возрождение, мы вышли в героическую эпоху. Сейчас мы примем только Конго еще в золотой, все остальные в какую-то говнину упали. Есть монументы. Кстати, это классно. Это я беру.
реформу денежного обращения беру и исход евангелистов, естественно. Это, кстати, тоже было бы круто, но я считаю реформу денежного обращения круче. Отлично, слушайте, отлично. Единственное, я хочу посмотреть, как мне сейчас реликвия идет. 4 денег, 2 культуры, 6 веры, 8 туризма. Давайте проверим на всякий случай, что может у кого-то еще есть реликвия. Есть, зуб пророка. Так, ребята. Так, у этого нету. У этого не может быть просто, потому что нету религии. Тоже реликвия. Кайф. И они даже готовы продавать их. Слушайте. Не тот, не того смотрю. Да, слушайте, это мы поторгуем и еще реликвии получим. Но это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Ничего так получается пока у нас тут. Играть на религии уже с Вавилоном более-менее какие-то такие отношения. Ну, продолжение завтра. Спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.